Снова здорово. Решил затестить демо-версию Battle Sector Warhammer 40 тысяч, да? Сейчас в стиме. Демки всякие можно тестить. Решил тоже попробовать посмотреть парочку игр. Так что в ближайшее время, в принципе, могут появиться и другие тесты игр, да? Посмотрим, что нам тут приготовили в этой пошаговой игре по Вархаммеру. Да, сейчас тут тихо, но даже слишком тихо. Изучите поле боя, прежде чем действовать. Понял. Давайте проверим, испортили ли ксеносы механизм управления. Окей. На линии. Да-да, император и все такое. Повернуться. Гармагаунт, их не так уж много. Наши братья отдали жизни, чтобы помочь нам в нашей борьбе. Бить чужаков, почтить им память падших. Понял, понял. Здоровье 15. Да погоди ты. Не в вашей прямой видимости. Болт ружье, да? Так, у нас по 75 хп. Видимость и оптимальная дальность оружия. На ослабленных. То есть через две клетки они стреляют, да? На оптимально. Слишком много вот этого. Ну давай. Бам-бам-бам. Типа минус отряд. Да, Emperor Protects, именно так. Все очки движения действия. Пора заканчивать ход, да помилует император вашу душу. Ну давай, помилуй. Нифига, они вообще набежали так резко. К нам на выручку идут новые братья. Но сначала надо избавиться от этих гаунтов. Я чуть не понимаю, а пробелы вообще в этой игре есть? Почему так убого это? И чего, используйте команду отход. Возьмите на прицел. Заступники получат больший бонус к защите, перейдя на клетку напротив. Что-то я не очень понял. Супер замедло какое-то вообще. Нереальнейшее. Ладно, выбрали. Фига, недалеко тоже ходят. Разрывная граната. Ну давай завязаем. Правый. Правый кидать, да? Давай правый. В принципе, бахнули. Не тратьте патроны от трусов, прячься за стенами. Ничего себе. Тут еще остался, слушай. Overwatch, понял. А можно как-то управление разные? Скорость нету такой истории, да?
Не, кстати, нет, нифига. Их вот эточку в действие. We fight and we die for the Imperium. Ну, конец хода, а тут что? Повернуться. Affirmative. Ну, они, в принципе, и так повернуты, да? I am ready to help. Of course. Received for the Emperor. Battleline squad ready. Your orders. We are the sons of Sanguinius. Death to the Xenos swarm. Ну, выкашивает, где-то 65% выкосило, да, у них вражин. Давай еще выкосим, попробуем. Ну, минус отряд, а тут тоже, в принципе. А если я поставлю за них, это как-то сработает вообще? Или нам проще подхилять типов своих? В итоге я сделал вообще не то. Другой мне уже не хватает. Ну понял, давай тогда Overwatch. К примеру. Они через своих могут стрелять или нет? Сейчас мы это выясним, кстати. Фиг его знает. Конец хода. Ну вот они попали на клетку. Да, через своих стреляет вообще по барабану. Ну, один выжил. 9. Нанес. Еще обратку получил. Ну, как в цивилизации, они отступают назад, видимо. Если они не вынесли отряд, по крайней мере, в ближнем бою. Че это такое?
все. Откоцали, конечно, знатно типов наших, но граната у нас не, ну, как бы, я имею в виду, тебя кидаю, да, своих не задевает, то есть просто в кашу. Давай попробуем подхилять отряд. The blood is strong. Do not falter. We are the sons of Sanguinius. Ну да, никакого челленджа нету, конечно же. Когда у тебя три отряда. Продолжить. Просто учебная миссия, считай. И все, да? Все, что сделали, что ли? Серьезно? Ну... Нет. Это просто было, значит, обучение. Задание сложнее, победа еще чуть дальше. Рекомендую только опытным игрокам Battle Sector. Но откуда взять таких ребят, когда игра даже не вышла? Ну, может, мы просто запустим на максималочке-то? И посмотрим, что нам приготовит игра. Само вторжение время течет как-то странно. После невероятного спасения и победы все замедлилось, воздух полнится сладкой горечью. И все же времени не хватает даже на самые важные дела: жечь трупы, восстанавливать укрепления, вязать кровью неофитов. Как бы ни были велики наши потери, мы ангелы смерти, и мы всегда готовы к войне. Regardless of our losses, we are the angels of death, and we are always prepared for war. Not that these are concerns for the fledgling primaris стоит заниматься своим мыслям другим. Бля, Балфор безжалостный учитель. Но тут, конечно, перевод, мне кажется, немножко того. Данте говорит, вы кровавые ангелы. Докажите. Покажите, что в ваших венах кровь великого ангела. Так, ну наконец-то. Задача для нас, походу. Так, RQ, да? Нет, RF. Ага, ага. RF, понял, понял. Тут тоже наши пацаны. Уничтожьте гермагаунтов. Нормально. Вот шторм перчатка. Разрывной гранатомет. Это какой-то суперскелет, да? Бронебойность, бла-бла-бла. Заступники. Это что я нажал? Ты чё? Чё, демон, что ли? Так, вот это надо снести, значит, сейчас. Откуда еще вражины-то? Штурмовой, в принципе, может подлететь, я думаю. Какая у них дальность вообще? Кто мне покажет, кто расскажет? Очки движения 4, все, понял. А это сколько? Это можно подальше. Ну вот мы прыгаем вот сюда тогда с помощью скилла. Правильно, правильно. Далее. Цепной меч наш, все, естественно, я думаю. Погнали. Ну, я рассчитывал на больше, если честно. Что-то они
Все, я больше ничего не могу делать, потому что на сачки и движения действия точнее одно. Но вот сержант, кстати, может, походу, дважды бахать. Да? My fury will be fast. Минус 6. 6 это максимально. Дальше уже минус ОД пойдет, минус 2 ОД. Вас понял. Давай-ка ты тогда сюда. Бам. Чего у тебя по атаке? Покажись. 33-45. Ну ты да, сцепного, сцепнухи давай. Накажи этих ксеносов. Можно клавиатуру, в принципе, выбирать. Все, бахнули. Ну, один сержант круче, чем весь отряд. Вы поняли, да? Я так думаю. Ну да. Ясно, понятно. Полтружье. Заступники наши. Знакомые ребята, в принципе. А если я подойду вот сюда? Какая точность будет? Слушай, а точность меньше стала, по-моему. Ну-ка. Да, реально меньше. То есть две клетки это вот их тема. Реально через две клетки стрелять. По идее, минус, да. Готово. Тут как бы, судя по урону, вот эта штука самое интересное. Что-то постоянно хочешь мне. Просто еще вражины есть какие-то. Ну давай бахнем по ним. А они что, по числу своих этих, да, могут только убивать? Да не, не, вряд ли это гон. Просто тут у них урон такой. Правильно, правильно. Можно отступить ими. А, зона контроля. Ну понял, ошибка была. Тут присутствует зона контроля. Нужно повернуться еще, я думаю. Вижен даем, да? Вот здесь. Подходим. Тут, конечно, вижен теряем, но... Какого черта? У нас тут враги на пороге. Тут парочка осталась. Выглядит как... Как будто сюда достреливаем вот этих типов тогда. Все, погнали. Здорово. Ну, в принципе, походу, я всеми скатал. Почему-то он любит мне, когда я нажимаю, он любит. Ладно, погнали. Давай скорость увеличим. Ну вот, мы увеличили скорость. Забавно, то есть вторая слишком быстрая, все-таки я бы что-то между ними поставил, мне кажется. Так, вот сюда мы можем подлететь. Даже, а, мы даже не летим, мы просто бежим. Ну, логично, зачем всегда летать? Цепнуху используем. Как же они слабо бьют, блин. Удивительно. Зато сержант наш сейчас. Уже сержант, да? Ну да. Сейчас он бахнет. You will fall before me. А, на пивот мы можем к следующему неиспользованному юниту перейти. Хорошо. Шанс 55 попасть. Ну давай. Да, кстати, мы грохнули их всех.
Можно встать на их место зато. А, опять я косячу. Очень близко для них вот проблемка. Если вас сюда, и мы можем уже это дать тогда. Ладно. Кто еще не ходил? Вот эти типы. Мы встаем вот сюда, идеальная позиция для них, как? Не совсем нам мешают свои же. Все-таки это учитывается на точности. Да, и из-за этого не выжили. Ну, зато... Я думаю, мы можем сейчас добить их. Ну да, мы добиваем. Пойдет. Все. Мы вот этих должны повернуть. Я думаю, в этом направлении. Тебя повернуть наоборот. Ну вдруг, да? Нужно понимать. Тут-то понятно будут переть, а вот откуда еще? А, только оттуда, может, и будут переть, кстати. Подвой, что ли, выходит? Здесь чисто, сектор клир. Вне досягаемости. Разрывной гранатомет. Давай-ка мы затестим тебя. А то чему в рукопашку? По дальней цели, да, наверное? Стоит. Ну, неплохо. Так-то всех подкоцало. А, когда это, смотри. Тут Overwatch надо ставить, это явно. Мы сейчас этим будем заниматься, в принципе. Так, ребята, вы должны... Moving. Вот так. Так, сюда. Слушай, а можем стрелять, что ли? Да, мы можем стрелять. 55% шанс. Мы типа постреляли. Ну, это шанс плохой уже, я думаю, слишком. Давай вот когда они здесь будут, мы откроем огонь. То же самое. Открываем огонь. Надзор. Пусть стоят в этом направлении, мало ли. Тут я не знаю. Просто по приколу тоже надзор. Работаем. XCOM наше все. Поехали. Мы стреляем дальше. Ну, что-то есть, но типа. Сержанту приходится в бой вступать. Чем, кстати, очень слабо вступил в бой. Прям Overwatch вообще не почувствовался как-то. Вот про что я говорил, они снизу тоже прут. Так, давайте-ка смотреть.
Ready to strike. Я думаю, здесь мы с милишниками встретим их. А у этих побольше, чем у этих. Лол. Штурмовой. Слабенький какой-то. Броня. Вообще, в принципе, все параметры примерно одинаковые. Говни уклонение. Нормально он должен бахать. Шансы попасть, конечно... Стоп, а почему? Да, так проще, то есть, да, стрелять? Ну давай. Ну, кстати, годно. Вообще расшатали их всех. Я думаю, нам... надзор нужно дать какой-то, к примеру. Сюда можно дать. Когда вражины подбегут, они подбегут явно. Явно вот эта клетка, они будут там. Мне так кажется. Ну, примерно так. Давайте сыграем. Нам каких-то ближних врагов насыпало. Как этот сержант эпично стреляет. Бэм, бэм, бэм. Так, дальше кто следующий? Через укрытие прям палим по ним. Ну пойдет, пойдет. Нас перехватят, говорят. Если мы захотим так сделать. Пробежать через них. Ой, какие-то криты поперли вообще. Да, от импульса зависит крит, понимаю. Процентов достаточно неплохо, я думаю, нам хватит. Так и есть, в принципе. Отработали, отступайте. А если напрямую встать? Тоже 65, потому что оптимально здесь было бы. Ну хорошо. А мы сделаем. Отменить. А, слишком близко, вас понял, вас понял. Мой косяк. Мы можем близко цепными поработать, так сказать. С помощью этого тоже можно менять. Sky, как называется-то? Ролика. А, то есть я думал, с помощью скилла мы уходим безвозмездно. Но нет. Нас все равно пытается уничтожить. Понял. Все, готово. Mission complete. Драться вы умеете, это верно. Я пока не знаю. И правда вы наследники Сангвиния или всего лишь уловка Архимагаса. Битва покажет, как и всегда. Да. Во мраке далекого будущего есть только война. Люди рождаются, живут, страдают и умирают. Крайне редко по естественным причинам.
В дни перед падением Кадии Данте столкнулся с великими, начавшими своих испытаний, флот Улии Левиафан разбил щитовые миры системы Криптус, и тираниды направили свой удар на Баал, священный родной мир Ордена Кровавых Ангелов. Сыны Сангвиния собрались со всех уголков галактики. Незнакомцы становились братьями и погибали плечом к плечу. Но даже это невероятное единение не смогло сдержать великого поглотителя. В темнейший час кровавые ангелы собрались вокруг лорда, командующего Данте, чтобы дать последний бой. Они отдались красной жажде и приготовились биться, но не за свои жизни, ибо их орден был обречен, но за честь своего повелителя, великого ангела. А затем небеса разверзлись, великий разлом открылся и разорвал галактику пополам. Само время растянулось и исказилось. Демоны Корна потоком хлынули на луну Баал Прайм, убивая и морпехов, и ксеносов. Все смешалось. Затем столь же внезапно великий разлом закрылся. Он забрал с собой демонов и бесконечное число живых кораблей флота Улия Левиафан. На их месте возник крестовый поход Индомитус и вел его сам мстящий сын, примарх Рабаут Жилиман. Primarch Rabute Gilliman. The blessed Primarch didn't Примарх не просто пришел на выручку Баалу. С собой он привел тысячи морпехов Примарис, несущих на своей броне знаки Ордена Кровавых Ангелов. Они были крупнее, сильнее и выносливее, чем их перворожденные братья. Для Капитула они стали настоящими. Но для они представляли Ибо они несли себе надежду на новую генетическую структуру, более чистую, более близкую к Сангвинии. Архимаг Скоул осторожно предполагал, что они будут реже поддаваться изъянам, живущим в каждой капле крови великого ангела. Жизнь на Бали хотя бы немного пришла в норму после вторжения. Крестовый поход готовится идти дальше. Командующий Данте, ставший регентом Темного Империума, помогает Баалу и своему Капитулу залечить раны, нанесенные Левиафаном. На луне Баал, Секундус, сержант Корлеон торопится на выручку к сангвинарному жрецу. Управление армией. Так. Давайте зачекаем. Добавлять новую единицу в армию. То есть это наши, да, типы? Или это наши типы? Ощепит, что это... Ну да, это резерв типа, а-ля. 6 из 8, понимаю. Ну вот этих типов надо, я думаю, добавить, это явно. Где я могу их еще добавить, что ли? Бесконечное количество, что ли? Ну, забавно. Не знаю, не особо залетают вот эти типы. Но пусть одна пачка будет. Каждый юнит прибавляет очков в вашей армии. Открытое дополнительное оружие повышает цену юнита, если его выбрать. Свою армию, да-да-да. Вау. Действие на одного союзника не дальше двух клеток. Ничего себе. То есть это еще надо качать древо.
Сначала в любом случае придется открыть, да? Подтверждаю. Можно сбросить, то есть, или нельзя? Открывается по виде да. Новых персонажей штаба, ну допустим. Тут делать нечего. Ну что ж, вот такой вот был первый эпизод. Думаю, покатаю еще. Посмотрим, как зайдет людям. Еще тоже. Демка это, да? Всем удачи.